Гражданами города Чебоксары рождаются, а почетными становятся. Сегодня столичные депутаты решили, кто пополнит этот список. Нового почетного гражданина чебоксарские депутаты выбирают ежегодно накануне Дня города. Хочу сказать, что выбор делать было крайне сложно. Констатирую, что в адрес городского собрания депутатов поступило 7 заявок. Мы их рассмотрели все. Среди 7 кандидатур – заслуженные деятели искусства, артисты, мастер спорта международного класса, радиожурналист, государственные деятели. На заседаниях комиссии большинство депутатов свое предпочтение отдали Крете Лазаревне Валицкой. В 70-е годы она была первым секретарем Чебоксарского горкома комсомола, а затем возглавляла городской комитет партии. При ней в Чебоксарах построили, к примеру, монумент славы, мост по улице Мира, ряд крупнейших предприятий города. Крета Валицкая работала также министром труда и занятости Чуваши. Второй вопрос на голосовании. Вот, третий у нас занимается. Прошу голосовать, уважаемые депутаты. Кто за это предложение, кто за секретариат, пожалуйста. За проголосовали 32 депутата из 37 присутствующих. Чествовать нового почетного гражданина будут 16 августа.